Господа и дамы, дорогие подписчики, благодарю за то, что смотрите наш канал. Надеюсь, что из вас будут ученики, которые хотят научиться как планкировке, рубке и фехтованию. И всему этому сейчас я решили с товарищем снимать видеоуроки, для того, чтобы, может, как-то помогут они вам научиться искусству владения шашкой казачьей. Вот. В первую очередь нужно хорошо размяться. Сейчас я покажу, как это делается, как разминаются все суставы, позвоночник полностью, потому что разминка очень важна для того, чтобы не было ни травм, ни каких-то там растяжений, вывихов. Вот, разминка очень важна. Начинаем прежде всего позвоночник, голова. То есть крутим голову в одну сторону, в другую, потом делаем восьмерку. То есть таким вот образом. Дальше плечи. Работает только плечо, рука полностью расслаблена. Если правильно делаешь это упражнение и не дышишь, как бы это еще дыхательное упражнение, получается так, плечом легкие сжимаются и разжимаются сами по себе, это еще дыхательное упражнение. Вот. Дальше разминаем плечи. То есть круговые движения. Ноги на ширине плеч. Немножечко присесть. И как бы подбрасываем себя. Только плечо работает. Рука полностью расслаблена. Махи в одну сторону и в другую. Круговые. Дальше разминаем предплечье. Такое вот хорошее очень упражнение. Если посмотреть сбоку, оно выглядит вот так. Ну, его можно как разводить, так и обратно сводить. То есть в одну сторону и в другую. Обязательно нужно размять кисти. Хорошенечко. Там уже кому как удобно, по-разному крутить. Вот. Одно из... Я считаю, это самое важное упражнение разминочное, потому что с работой как одной шашкой, так и двумя всегда работает корпус. Как проще? Кто-то называет это склепка. То есть также ноги на ширине плеч, чуть-чуть присели, выбираем сзади себя какую-то точку, в которую будем смотреть. Руки расслаблены, как плети. И начинаем. Таким вот образом двигаться. Потом поднимаем руки. Руки должны наливаться кровью. Потому что это вот основное такое движение, потому что когда хоть одной, хоть двумя шашками работаем, постоянно корпус в движении находится. Поэтому это упражнение одно из наиболее важных. Вот. Так. Дальше что? Наклончики. То есть тазобедренный сустав тоже надо размять хорошенько. Вот. Там уж кто как разминает. Колени. Ну, там можно подольше, я примерно показываю, и голеностоп. Вот. Так, вроде не забыл ничего. Вот самое основное упражнение это вот. Вот это вот. Когда руки как плети хлещут тебе.
плеч. Корпус в это время прямой, как струна, казак должен быть статный. Ну вот таким макаром. Дальше, после разминки, идут основные упражнения. Это круг. Все упражнения фланкировки состоят из круга и восьмерки. То есть основные упражнения, которые связывают все фланкировочные движения, это вот круговые упражнения. Я сейчас покажу. Шашечки возьму. Вот. Одну возьму шашечку и покажу. Вот это самое.